Добрый день, друзья. Вернее, уже вечер. Сегодня у нас, видите, пасмурно. Холодно. Дождливо. Это этот красивый дворик, что раньше снимала. Вот. В таком состоянии сейчас. Побывала, друзья, по Линге Плаза. Кое-что хотела. Рамочки там видела. Но не очень мне они понравились. Пластмассовые. Так что. Или думала покупать. Ой, собака с куском мяса. Погода вот такая, видите. Сыро. На улице. Пасмурно. В Карфуре купила Наполеон. Можно сказать, был огромный кусок. Там я на видео показала. Не знаю, сколько грамм, но 3,50 стоил. Я съела больше половины. Вот так бывает. Захотелось как-то. Желательно, конечно, поменьше сладкого, но не всегда получается. Добрый вечер, друзья. Время быстро пролетело. Только что вроде бы пришла из Хуалинга, и уже скоро-скоро ночь. В Хуалинг пошла, это торговый центр, если кто новенький. До этого видела там рамки для фотографий. Думаю, пойду посмотрю заодно. Он недалеко от нас находится, поэтому минут 10 ехать, но даже меньше на маршрутке. Думаю, пойду прогуляюсь тоже, потому что после того, как Джаба болел, как-то ночью тоже плохо спалось, нервничалась, просыпалась часто, поэтому, думаю, пойду развеюсь. Хотя погода, конечно, не была уж такая, которая способствовала прогулке, но ничего, все равно, думаю, рядом, недалеко можно. Рамочки не купила, потому что не понравились, какой-то вид у них был слишком простенький. Ну, они были, правда, и дешевые. Как говорится, цена, качество по цене, ну, одинаково. Вот так. Утро как, с чего началось, хочу рассказать. Мне позвонили, что в Фейсбуке видели какие-то фотографии из моего села, ну, где я родилась. Из моей деревни, ну, людей, ну, фотки. Я, естественно, зашла, мне было очень интересно. Оказывается, эта группа создана недавно. История моей деревни, ну. И тяжело было, и больно было. И плакалась. Потому что видела и своих одноклассников, и своих знакомых, и младшее поколение, и старшее, которое вообще даже без понятия, кто это, но было очень интересно. Я не знаю, сколько времени я сидела. Ушла воспоминания. Спасибо, конечно, кто создал эту группу. Я так понимаю, Олег. Потому что многих уже нету. А сейчас тем более такие события у нас там на Украине, что люди многие поуезжали, разъехались. И, конечно, трудно что-то советовать, что-то говорить, потому что те чувства, чувства тех людей, которые там живут, и чувствами тех, которые через это не проходят, это, естественно, большая разница. Но что могу вам сказать? Надейтесь на Бога, уповайте на Бога, потому что с Ним проще, легче все это перенести. Бог наш живой, друзья.
верьте в это. Молитесь ему, просите, и Бог слышит. Я желаю вам, кто сейчас там находится и кто выехал, чтобы вы были живы, здоровы, и чтобы побыстрее вернулись в родное село. И Бог даст, будет мир. Так хотелось бы этого, конечно, побыстрее. И чтобы я тоже могла приехать туда. Часто вспоминаю, часто вижу. О, плакать. Не хочется плакать, конечно. Извиняюсь. Всем передаю привет. А кто меня знает, понятно. И будем надеяться только на самое лучшее. Да. Сейчас перейдем на другую, так сказать, нотку, друзья. У Джабы, слава богу, температура уже прошла. Сегодня даже он ходил к стоматологу, потому что надо было пойти. Он был записан. Если бы не записывался заранее, то, понятно, не пошел бы после температуры все-таки. Ну, врач посмотрел. Поставил ему временную пломбу. И сказал приходить в понедельник. Так что... когда все будет нормально, все будет хорошо. И я тоже более-менее уже стала лучше себя чувствовать. Так что всем большое спасибо, кто переживал, кто писал хорошие, добрые комментарии, за ваши пожелания. Я вас всех люблю, друзья. Всем огромное спасибо. Будьте здоровы. Божьих вам благословений всем. Спокойной ночи. Всем пока.